5 октября заместитель губернатора по Смоленской области Юрий Пучков провел совещание по вопросу вывоза и утилизации мусора в Десногорске. Новой системой обращения с отходами будут заниматься региональные операторы. На территории Смоленской области он уже выбран, и с ним подписано соглашение. Как только оператор начнет выполнять все работы, вывоз мусора вынесут отдельной строкой в квитанции. Мы оплачиваем за сбор и вывоз в рамках жилищной услуги. То есть стоимость содержания и ремонта в наших квитанциях включена процедура сбора и вывоза. С 1 января это будет отдельная строчка, новая коммунальная услуга, а соответственно стоимость жилищной услуги она уменьшится именно вот на эту составляющую. Каким будет тариф, станет понятно в течение месяца. На данный момент он рассчитывается, исходя из площади жилья. После Нового года цена будет зависеть от количества прописанных в квартире людей. Ирина Нурматова, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ.